Добрый день! Сегодня снова мы с вами встречаемся, и сегодня я хочу вам рассказать, как мы еще студентами праздновали день 1 апреля, День смеха. Собрались мы, 5 девочек, в комнате и решили отпраздновать. Пошли в магазин, купили 2 бутылки шампанского, купили тортик, уселись за стол, как раз что-то мы сдавали, я уже не помню, все хорошо сдали, и поэтому такая расслабуха была у нас, и мы решили праздновать. Но начали открывать шампанское, а не умелишь, пробка вверх полетела, а за ней шампанское полетело, короче, одна бутылка шампанского пропала. Чтобы открыть вторую правильно и не разлить свое шампанское, мы решили пригласить кого-то из парней. Благо, рядышком с нашей комнатой жили 2 мальчика-студента. Постучали к ним. Один вышел, другого дома не было. Зашел он к нам, открыл шампанское, за что заработал кусочек тортика и фужер шампанского. Долго сидели, долго разговаривали, дурачились, веселились. И вдруг нам пришла такая мысль – устроить сегодня спиритические сеансы. Икал, мы попросили его – уходи, пожалуйста, это уже наше девичье начинается. И кого мы там только не приглашали, и Тургенева дух вызывали, и Пушкина дух вызывали, и Шевченко вызывали. А потом подумали, ну кого же еще пригласить? А в это время очень популярный был Владимир Высоцкий. И вот мы решили, давайте пригласим Владимира Высоцкого, пускай он нам всю правду скажет. И вот только мы начали, говорим, дух Владимира Высоцкого, скажи нам, и вдруг кто-то стучит в окно. Все, мы замолчали. Кто же это может быть? Случайный прохожий, комната на 4-м этаже. Вор тоже не полезет на 4-й этаж. Начали опять говорить, опять кто-то в окно стучит. Все, мы прекратили и решили пригласить парня. Побежала девочка одна, постучала туда, мальчик пришел к нам. Пришел к нам, посмотрел, нигде никого нет. Ну, сели мы, поговорили немножко и разошлись. И уже гораздо позже, когда мы уже поженились, он мне рассказал, этот парень, который открывал нам бутылку шампанского, что это он нам устроил все. Он взял удилище от удочки, а окна ж в соседних комнатах рядышком, и со своего окна начал стучать в наше окошко, вот, чтобы немножко нас попугать. И мы часто теперь вспоминаем вот эти дни, вот этот вечер. Ведь именно с этого вечера начались наши симпатии, а потом и наша любовь. И мы часто вспоминаем, как мы проводили эти спиритические сеансы, часто вспоминаем нашу молодость, юность, к сожалению, уже никогда невозвратную. Вот такая вот история. Жду ваших комментариев, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал, а я желаю вам всего самого-самого хорошего.